подарок от Далера Изматова. Я еще его не открывал. Пришел только после тренировки, сделал огненное бешеное кардио. И он мне позвонил, сказал, что тебе идет посылка от меня. В честь дня рождения. Сейчас мы с вами вместе распакуем. Я так понимаю, это какая-то типа картина, уже видно, да? Ну, понятно. Аккуратненько. Чик-чик-чик. 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 Оп! Запаковано хорошо. Я сейчас сам посмотрю. О! Круто, круто, нифига. Офигенно. Я думал, будет черно-белая. Она еще и цветная. Очень круто. Блин, она такая еще большая. Года так выглядеть. Надеюсь, что скоро увидимся. То ли ты к нам приедешь, то ли мы к тебе. Давай, береги себя. Всего хорошего. Vitaly, hello from Austria and welcome to Team Vayu. I wish you all the best for upcoming events, for your upcoming shows. And wow, you look awesome. Hello, Vito. I could feel about you. Welcome, Vitaly. Welcome to the Team Vayu. Welcome to Vayu, comrade. Друзья, небольшая ошибочка в инсайде в субботу в 21.00 начало. Не в 19, в 21.00. Кому интересно о том, что там будет, информация в предыдущем сторис. Личного прогресса профессора Силу Янова. В Ютубе очень много видео интересных. Очень умный, грамотный человек. Друзья, после просмотра видео поступает много сообщений в директ по поводу литературы и информации о физиологии, анатомии, биомеханике, как, в общем, растут мышцы. Я рекомендую вам посмотреть литературу и обучающие видео касательно... Кайф. Всем доброе утро. Пьем БЦА и идем на кардио. Поднимаем свои задницы и тоже на пробежку в зал там. В общем, продуктивного всем дня. Друзья, выложил сторис о наколенных бинтах, о жимовых бинтах. В общем, кому какая экипировка нужна, там еще есть другая. Вопросы задают, не могут найти. Оставляю ссылку, делайте свайп, переходите. Там и одежда от Ларвинца, там и экипировка. В общем, много всего интересного. Скоро от этой бороды не останется и следа. Будем ее сбривать к чемпионату. А пока что всем доброе утро. Я начинаю свое утро так. В общем, друзья, сегодня было предварительное сравнение перед чемпионатом Питера. Завтра будет чемпионат Питера. Сегодня познакомился со всеми своими соперниками, всех увидел. Понял, что меня, в принципе, ожидает. Я не успеваю отвечать на ваши сообщения по поводу поддержки. Всем большое спасибо, я постараюсь разобраться. У меня уже более 70 сообщений завалили меня. Я каждому благодарен, для меня это мотивация. Завтра выйду, всех порву благодаря вам. Завтра форма будет еще лучше, еще жестче. В общем, на сегодня предстоит сложная ночка. Сложная ночка, нужно будет быть обезвоженным и пропотеть хорошенько.
В общем, так получается, что в Анталии карантин, меры ограничивают буквально вот, стали за 2 дня до того, как мы прилетели, и на выходных, суббота, воскресенье, ничего нельзя делать, кроме как находиться в отеле. И вот и развлечением остается еда и бассейн, в принципе, спа-процедуры. Да, погода получше сегодня, да, Гриш? Получше. Go to the relax pool free. Go to the relax pool free. Yes. Английский я не знаю, этого не стесняюсь, но может тут хоть немножечко подучу. Хотя заказы делаю, еды я уверен. Забрызгал, зараза. Помаши. Покажи сексуальный выход из бассейна. Покажи, если что показать. Так, быстро одевайся, пошли. Нас зовут сам директор в школу. Ты листал ленту? Сейчас немножко подожди. Причем следующее видео, это будет наша Турция. Я летал в Турцию, мы подмонтировали ролик. В общем, посмотри, прикольно, да? И вот Мишка тоже прикольный. Турцию посмотри, поставь лайк. Некоторые задаются вопросом, кто же делает твои видеоролики такими крутыми? Там монтаж, съемка, в общем, это мой оператор Александр Тропинин. Делай свайп, если тебе нужна качественная работа, хочешь что-то поснимать. Обращайся к нему, он сделает все на высшем-высшем уровне. Вышел новый ролик на канале Спортфаза, подкаст, 1.5 часа, мы там болтаем с Алексеем Мокшиным, круто получилось. Суть в чем? Читаю комментарии, угораю. Вопрос такой, типа, Виталий, кем ты планируешь там быть в будущем? Как ты хочешь построить свою дальнейшую жизнь? Я говорю, хочу выиграть абсолютку на мире, абсолютку на России. Люди пишут, какой ты тщеславный, ты уже собираешься выиграть то, ты уже ставишь себя первым, ты уже думаешь, что ты первый. Дальше вопрос, а какую ты хочешь там, ну, в дальнейшем, там, развитие свое? Я говорю, я хочу дом, квартиру себе, машину, позаработать денег для своей семьи. Люди пишут, что? Ты так много говоришь о деньгах? Как ты можешь построить себе дом и квартиру? Ты же спортсмен. Какая машина? Ты же спортсмен. Все. Отписку. Отписаться. И как бы они тебе и не нужны были. Вот на самом деле. Нужен только нужные люди. И адекватные люди понимают, что финансовая часть это одна из главных составляющих успешного человека. Вот. Без нее даже спортсменом хорошим не станешь. Поэтому нужно думать по всем отраслям, по всем областям, отраслям, да, для того, чтобы прогрессировать. Вот, нельзя вот быть в одном спорте, нужно и бизнес открывать, да. Эти деньги... Отписка от тебя, отписка! Блин, я угораю. Меня это никак не хватает, но не цепляет. Но я угораю над этим. И насколько вот это вот все, ну куда? Зачем, почему? Затратить на свою форму, ты делаешь лучшую форму, выигрываешь соревнования, потихонечку поднимаешься по ступенькам вверх. Вот и все. Моя цель — быть успешным спортсменом, это самое главное. И вот после тех сообщений, которые только что посмотрели, мне около там 50 сообщений сразу кинули о том, что все нормально, ты красавчик, не обращай внимания, все хорошо. К чему все это? К тому, что нужные люди всегда останутся с тобой, а ненужные могут... Итак, вот у нас рубрика «Поздравления с днем рождения моего друга Никонова Дмитрия». Дружище, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего самого-самого наилучшего. Я тебя крепко обнимаю, там, в щечку по-братски целую. И...
Я тебя обнимаю, все самого наилучшего. Ради тебя вечером уже, практически ночью, съедаю конфету. Ты знаешь, что для меня это стоит. Это все для тебя. Вот. Даже хрюкнул. Последний прием пищи – это омлет с лососем. Кто-то говорит, что кому-то вкусно, кому-то невкусно. Запомните, вы питаетесь не для вкуса, вы питаетесь для результата. И все эти разговоры, ой, мне невкусно, ой, это вкусно, это все осталось в детском садике. Если у вас стоит цель, да, вы сделаете все возможное. Это должно быть качественное. Качественное, не обязательно вкусное, но давать прогресс вам в вашем теле.